Дмитрий Степаныч с супругою Клавой в Кунцево жили на маленькой улочке. Спать отправлялись в начале 10-го, на ночь откушав кефира и булочки. Клава вела все хозяйство по дому, Дима в аптеке был скромный провизор. Все развлечение семьи Караваевых, сплетни, жратва и цветной телевизор. Но как-то под утро 4 мая ляск под окном, какофония адская, явы, чезеты и все без глушителей свозят ребят на тусовку в Крылатское. Черные краги шипами проклепаны, шлемы огромные с флагом Америки. «Рокеры!» — выдохнул Дмитрий Степанович, на пол валясь в прединфарктной истерике.
Диспансер пришел Олег в июне. В руках пакет с пластинками, на пол стекают слюни. План у Олега чумовой — врачиху укусить, и, может быть, от армии удастся откосить. Уставший врач подумала: еще один дурак, тебе чего здесь, мальчик? Олег сказал: да так, пластинки из пакета достал, и вдруг фигакс! С размаху об коленку дистракшн и антракс, и табуреткой фельдшера зарежу всех, убью! А через пару месяцев он получил статью.
еще у таксиста брал лодку. Что было дальше, не помнит вообще. По пьяни Костя трахнулся, в итоге жизнь разбита. Синдром приобретенного иммунодефицита. Костя забылся, заснул как в тумане. Сон ему снится, подходит мужик. Рожа ехидная, грязь под ногтями. И предлагает, давай, мол, дружить. В грудь себя гулко рукой ударяет. В дружбе клянется и плачет на взрыв. Костя ему чего надо, папаша? Кто ты? Мужик отвечает: я спит! По пьяни Костя трахнулся, в итоге жизнь разбита. Синдром приобретенного иммунодефицита. Кричала завуч: все вы, подонки-наркоманы! Ишь, закатил глазище! Напился эфедрина! Открыл бы лучше книжку истории, скотина! We'll be right back.
We'll be right back.
понимаю. Вадик, ну куда пошел-то? Давай. Ну давай, да ну, брось ты. Мечта голубая, хотел милиционером он быть, чтоб в схватке жестокой наш сон охраняя, воров и бандитов ловить. Но главное — бдительность в этой работе, и Павлик за всем наблюдал. Вон Семин у парня из пятого класса 15 копеек отнял. Самойлов с Козловым играли в трясучку, а Костя Минаев по кличке Шуруп царапал на парте заточенным стержнем название западных групп. А после урока, как будто случайно, Павлик спускался на первый этаж, заглядывал к завучу в дверь осторожно и спрашивал: «Ольга Петровна, к вам можно?» Про все это Павлик усердно стучал и в рыло за это не раз получал. Делать врач, за что избили Пашу, за то, что он стукач.